Приветствую вас на моем канале. Сегодня я хочу поделиться с вами аж двумя способами декорирования яичек на Пасху. Один способ я открыла для себя всего лишь в прошлом году. Он проверенный и железно, он получится у всех. Вы даже можете привлечь к этому делу деток. И самое, что немаловажное, он очень быстрый. Он не вредный, то есть без химии, то есть такие яички вы можете без страха и риска давать своим деткам. А второй рецепт, он также такой же очень эффективный, то есть он по-любому получится у всех, очень простой, но он с красками. То есть это на любителя, кто-то любит с красками, кто-то любит более натуральный вариант, поэтому в этом видео будет два варианта, один без красок, другой с красками. Так что поехали, начнем. Вот я приготовила все, что нам понадобится для декорирования наших пасхальных яичек. Здесь все, что нужно для двух вариантов. Первый вариант — это так называемый декупаж яичек. Декупировать мы будем обычные яички, куриные, белые. Сейчас они у меня сырые, я их помыла, сейчас будем отваривать. Также для этого варианта нам нужны вот такие вот салфеточки трехслойные бумажные. Можно брать любые, с любым узором, рисунком, который вам понравится. Главное, чтобы они были на белой основе, потому что яички у нас беленькие, естественно. Одно сырое яйцо, то есть один белок от яйца нам понадобится. И кисточка. Кисточку, главное, берите жесткую, пожестче. Я взяла из своей косметички, которой не пользуюсь, потому что у меня не было такой кисточки для клея. Есть специальные кисточки для клея, продаются в канцелярских магазинах. Мягкую лучше не брать, потому что ей неудобно. Сразу говорю, я уже пробовала раньше, в прошлом году. И ножницы. Так, для второго варианта, второй вариант у нас — это мраморные яйца будут. Для них нам понадобится также яйца, нужно будет их отварить, желательно белые. Вот такие вот, как они называются, господи мой, бумажные полотенца, или же можно простые, только белые, обязательно белые салфетки, красители, ватные палочки, ватный диск и подсолнечное масло и уксус. Вот и все, что нам понадобится. Ну что, приступим. Для начала нам с вами нужно отварить наши яички. Предварительно я их помыла. Я буду отваривать яички вот в такой яйцеварке. Если вы будете отваривать яички традиционным способом, то не забудьте добавить туда ложечку столовую, где-то лучше, соли, чтобы они не треснули, не лопнули при варке. Вот наши яйца сейчас будут вариться в яйцеварке. Это займет немного времени. Кстати, перед тем, как варить яйца любым способом, которым бы вы не варили яйца, вам нужно будет достать их заранее из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры. Потому что если начать варить их сразу холодными из холодильника, они могут также потрескаться и лопнуть во время варки. Кстати, очень интересный такой способ приготовления яиц – это запекать в духовке. Если вы пробовали, поставьте лайки и напишите в комментариях, как вам этот вариант. Они очень вкусные получаются, эти яички, по моему мнению. И очень долго они хранятся. Они хранятся намного дольше, чем обычные отварные яйца. Итак, пока наши яйца варятся, нам нужно с вами развести наши красители для мраморных яичек и вырезать наши салфеточки, вырезать их, то есть узорчики, которые нам нравятся, из этих вот салфеточек. Разводить я красители буду не по инструкции, а по своему усмотрению. Вот так вот, где-то на пол чайной ложки красителя и одну столовую ложку водички горячей заливаю, чтобы они были намного насыщенней. Цветайте. Так. У меня здесь желтенький, красный, синий и зеленый. Так. И добавляем сюда по одной чайной ложечке уксуса. Так.
Кстати, во время приготовления второго варианта яиц, вот мраморных яиц, которые будут с красителем, лучше приготовить также перчатки и одеть их, потому что все руки попачкаются и будут не очень красиво выглядеть. Так, отставим в сторонку. Сейчас нам нужно разделить желток от белка. Этот белок нам понадобится для первого варианта, для декупажа яиц. Он будет служить нам в качестве клея. Так, пока яички варятся, у нас есть еще время вырезать наши салфеточки. Выберу я вот этот вот уголок, наверное, розочку. Так, вырежу я вот эту розочку. Вот так вот. Мы поедем батьку маму, да? Не, деткам нельзя резать ножницами. Да, больно будет. Угу. Поедем батик и больно будет. Да. Ой. В общем, нужно нам один верхний слой, вот этот красивый с рисунком. Белые слои, один, два там, или четыре, сколько у вас будет, их все нужно снять. Оставляем только один верхний, вот такой вот красивый с рисунком. Вот я вырезала все варианты, три варианта салфеток. Вот из одного. Наши яйца уже сварились, они горячие. Для первого варианта с салфетками, для декупажа нам нужно, чтобы яйца были холодные, поэтому мы их опускаем в холодную водичку, чтобы они остыли. А для второго варианта, который вариант с красителями, нам они нужны горячими, поэтому сразу же их используем. Для этого нам понадобятся вот такие вот салфетки. Берем горячее яйцо и сразу же вот так вот его, как в мешочек, в салфеточку. И максимально сколько складочек будет больше, вот так вот завязываем, тем лучше. Вот в такой мешочек делаем. Вот такой вот делаю наискосок. Нам понадобится. Итак, вот так вот горячее яичко прямо заворачиваем в салфеточку и аккуратненько вот так вот промокаем ее красителем. С разных сторон. И я хочу покрасить. Подожди, тут сейчас. Вот так вот. Так. А, забыла одеть перчатки, сейчас одену. Я одела перчатки и продолжаем. Немножко нужно прижать поплотнее к яичку. И вот здесь вверху желательно или ниточкой, или маленькими резиночками. Или резиночки для, знаете, денег есть такие. Ими вот здесь вот завязать, чтобы они немножко так полежали и не раскручивались. Вот так вот. И оставляем. И также проделываем с остальными яйцами. Так. А теперь вот я хочу попробовать вот так вот просто замотать яичко в несколько слоев. Посмотрим, потом сравним, какой узор получится. Также аккуратненько прижимаем, только смотрите, чтобы не повредить само яичко. И оставляем подсохнуть. Одно яичко я решила завернуть как конфетку, посмотреть вот с такими вот складочками,
стянутыми по краям, какой узор получится. Здесь вся фишка в том, что именно от складочек, завернутых вот в салфетки, получается сам эффект мраморного яичка, мраморного окраса. Вот так вот просто легко они окрашиваются. Также аккуратненько прижимаем, чтобы салфеточка припечаталась к яичке, к яичку. И оставляем минут на 10-15 их немножко остыть, и чтобы красочка схватилась. Пока наши яички будут окрашиваться в салфетках, лежать, отдыхать, нам нужно вот эти яички хорошо просушить, уже остуженные. Вот три сухих яичка. Берем наше яичко и вот так вот желаемую салфеточку берем, прикладываем вот по центру нашего яичка. И от центра вырезанного кусочка салфеточки к краю вот так аккуратненько, чтобы не порвать салфеточку, но чтобы и в то же время, чтобы обязательно каждый миллиметр пройтись и плотно приклеить к нашему яичку. Вот такое вот красивое яичко у нас получается. Вы уже можете заметить, какое оно красивое будет. Это оно еще не готово. Вот так. Здесь будут складочки, ничего, вы просто их хорошо промазываете. Салфеточка примет форму. Возможно, где вам не нравятся лишние элементы, вы можете их обрезать прям сразу, формировать. Вот мне не нравится вот этот вот цветочек, потому что он сейчас свернется в несколько. Так вот лишний я обрежу. Это очень легко и просто, вы можете даже попросить детей это сделать. Все, яички уже прилипли, салфеточки, то есть. Так, посмотрите, какое красивое яичко получается. Здесь у меня остается пустое место, и я хочу, сейчас, доченька, хочу у меня вот такие вот маленькие, тоненькие цветочки на веточках, я хочу их сюда. То есть все зависит от вашей фантазии, а процесс сам очень легкий. Я даже скажу, что приносит большое удовольствие. Смотрите, какое красивое яйцо. Все, наше яйцо готово. Оно немного влажное, его просто нужно положить, чтобы оно высохло. Второй вариант я сделаю вот с такими горошками. Такое вот у нас красивое яичко получилось. Я вам скажу, ни с какими наклейками, ни с какими красителями такие оригинальные яйца не получатся, потому что такие яйца будут только у вас и больше ни у кого. И третье яичко. Вот у нас такие вот цветочки. Точно таким же способом. У меня есть еще вот такие вот бабочки. Я их предложу сюда. Вот так вот. А теперь пришло время разворачивать наши завернутые яички. Развернем вот этот первый вариант. Ух ты! Смотрите, какой яркий цвет получается. Нам теперь нужно смочить ватный диск в масле растительном и смазать их, чтобы они блестели, были как глянцевые. Смотрите, какие они красивые получаются. Кстати, они, как видите, салфетка впитала в себя основную
краску, то есть основную часть краски, а здесь только отпечатки от салфетки. И они не пачкают руки, они не такие, как обычно покрашенные яйца, которые полностью опускают в краску. Вот такие вот пасхальные яички у меня получились. Вот три варианта с мраморным эффектом. Посмотрите, какие они красивые. Мне кажется, каждый по-своему. Также среди них я экспериментировала, делала три разных завертывания. Это обычный, который без резиночек. Вот это вариант у нас, который завернутый как конфетка был. А этот как подарочек, вот как кулечек завернутый был. Посмотрите, они свежие, вот только недавно их покрасила. Но они не пачкают мои руки. Обратите на это внимание, что очень тоже хорошо. А это как бы без химии, натуральный этот окрашивание, декупаж. Не окрашивание, а декорирование яичек в технике декупаж. Посмотрите, какие они красивые, нежные получаются. Вообще мне очень нравится эта техника. Их можно спокойно давать деткам, не боясь. Это вообще такое классное детское яичко получилось. Напишите в комментариях, которое яичко вам больше всего понравилось. И какой вариант. Я надеюсь, было полезно мое видео для вас. Если вам понравились мои варианты приготовления яичек, то есть декорирования яичек на Пасху, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, голосуйте, какой вариант яичек вам понравился. Мне очень важно знать ваши предпочтения, ваши мнения, ваши вкусы. И до новых встреч в новом видео. Пока-пока.